Всем привет. Да, доброе утро. Прилегла ко мне тогда. Кто там? Кто это? Кто это? Кто это? Ну что, начнем новый урок? Новое видео у нас. Сегодня понедельник. Прошли выходные, да, Даш? Брат пошел твой в садик. Все, как на работу. Даша, ау. Даш. А кто сегодня так плохо спал? Время уже, конечно, 9 доходит, кстати. Но она час назад проснулась, надо вставать. И идти ее кормить кашей, да? Кашу кушать будешь? Даша. 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 Кто там? Кто там? Ладно, мы пошли завтракать, пить кофе. Посадила я ребенка за стол. Если она кашу вчера сварила, давно не варила ей каши, пшенную с тыквой, что-то как-то все тут творога ей давала, то омлет делала, яички, вот, давно. Стала она, кстати, хорошо, лучше ей сама ложкой. Как-то я вначале давала ей ложку, наела, потом я отобрала у нее ложку и кормила сама. Теперь думаю, что-то я, блин, стянула я с этим моментом. И вот, дала ей ложку, иногда у нас две в руках, иногда три. Ну, пытается, учится, молодец, хорошо же получается. Так, сейчас чайник закипит, и я тоже себе налью кофеек. У меня вот здесь еще такие тюльпаны с 8 марта. Надо их перебрать, потому что они уже начинают осыпаться. Вот, есть еще вот такой у меня букетик. Это Гриша сделал по саду. Вот тут. Такой и такой. В общем, что я хотела сказать. Прошли у нас уже выходные, да, уже понедельник. Насыщенно прошли у нас выходные. И после них мне хочется, идет у меня недосып. Хочется поспать, потому что за выходные к нам приходили гости. Мы ходили в гости. Еще я ходила с девочками в сауну. Мы также с девчонками ходим уже не первый год. Я уже рассказывала, что наши мальчишки, наши мужья ходят, ездят в другое место на все выходные, типа на рыбалку. Вот, а мне уже, наверное, больше 10 лет. И вот, и мы решили, почему мы-то никуда не ходим. Поэтому мы начали ходить в сауну. Но мы всего на один вечер, то есть ненадолго. И мы посчитали, мы уже 5 лет ходим и в один и тот же номер почему-то. Всегда сюда все занято, и вот один вот этот свободный. Ну, сходили, в общем, отдохнули. И поэтому еще, так как выходные, естественно, я немножко попозже ложилась спать, потому не как будет там в 11, там, в 12, пол первого. И за это время ночью Дашка очень часто просыпается. Я не знаю, у нее что-то, видимо, походу лезут зубы, потому что как раз у нее сейчас клыки должны лезть. И она часто стала просыпаться, это минимум 3 раза я постою за ночь. Тут она 2 дня прям сильно плакала, прям истерика. Вот вчера, то есть сегодня вот ночь была, которая я еле успокоила. Там до этого тоже позавчера мы вместе были, ну, с мужем. Ей дали сразу лекарства, зубы, все, что было, все дали, она потом успокоилась. То есть ты просып... ну, как бы постоянно я вот встаю, что надо к ней. Потом Гриша к нам приходит к утру. Утром, ну, прям рано к утру приходит, он спит у нас отдельно, приходит к нам. И он ложится, получается, на одеяле, не под одеялом. И, то есть, когда он приходит, все, у меня сна сразу нету, потому что, ну, во-первых, с ним суетно спать, потому что он крутится, вертится на тебя. Ну, я как-то переживательно, как-то вечно волнительно получается. И они вообще, вот я за эти выходные вообще не выспалась. Я понимаю, что у меня опять недосып, потому что я уже привыкла. А Даша все-таки спала хорошо раньше у нас, то есть она только просыпалась на кормление один раз, и все. Но сейчас видим, понятно, что не просто так она же плачет,
Ее, видимо, беспокоит зуб. Но я так думаю, потому что, ну, я другого не вижу. Что может быть? Причем к ней можешь подойти, только вот руку начинаешь гладить, она может сразу как бы дальше заснуть. А бывает, стоишь минут по 15 с ней, гладишь, но это только отойдешь, ложишься в кровать, и она опять. Ну вот, такие... Хочется теперь немножко самой поспать, не достать. Днем я не сплю, потому что вот вчера они вообще вместе не уснули. Как-то не совпадает. Может, сегодня попробуем немножечко отдохнуть с ней. Ну, посмотрим, как она будет. Вообще, надо после выходных, когда все дома, потом приходится столько всего делать. Во-первых, у меня надо белье перегладить, потому что уже после стирки. Дома убраться. С ними, когда все дома, невозможно делать и бесполезно это делать. Поэтому вот хочется... Потом мне нравится в понедельник, когда все на работе, в садике, да, там, чтобы мне никто не мешал что-то делать. Надо что-то еще приготовить на обед, наверное, по-быстрому. Так что вот так. Что за писки? Так, ну, я все-таки решила... Настало время на расхламление моей одежды. Давно собираюсь, все, пора. Что у меня вообще есть? У меня вот мои вещи хранятся вот в шкафу вот на этой полке. Здесь все битком, как бы они сложно, сейчас все хорошо. Здесь получается три стопки, но это вообще неудобно, да, вот пользоваться. Здесь есть у меня висят носки, коробка, там еще стопка. Вещей тоже, вот тут и летние все подряд. В общем, хочу сейчас расхламить, посмотреть, что здесь выйдет. И еще у меня здесь вот в комоде мои вещи. Я уже показывала, что делала организацию. В принципе, организация, она здесь держится. Но так как места мало, все битком, и я вот уже просто сверху так кидаю. Тоже вот неудобно. Надо все разобрать. Есть еще вещи немного на вешалке, но там совсем немного, которые, в принципе, расхламлять, ну, как бы не надо. Поэтому сейчас хочу все вытащить и посмотреть, куда что девать, потому что хочу избавиться прям от многого. Потому что лежат вещи у меня прям годами. Так что я сейчас все достану и посмотрю, что потом получится. Страдает. Кто у нас тут страдает? Кстати, у Даши все-таки сопли пошли. Я думаю, что это зубы прям начали течь. Сопельки. Да? О! Бух! 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 Что, зависло? Итак, что у меня получилось? Во-первых, из трех стопок у меня осталось две. Это стопка летние вещи, это стопка там костюм, теплые кофты, худи, какие-то рубашки. Там была стопка, тоже я ее убрала, только вот коробки осталось. Дальше в комоде. Здесь тоже освободилось место. Вот эта стопка здесь футболки, они и домашние, и на выход, то есть они все вместе. Но их, правда, много. Как-то прям впритык. Вот совсем места, считай, нету. Но не знаю, от каких избавляться, пока в основном все оставила. Потому что, не знаю, вроде бы и хорошие, с другой стороны, и уже старенькие, но я ношу долго вещи, поэтому пусть хоть будут. Тут футболки прям много получилось. Здесь лонгслив с длинным рукавом 2. Здесь джинсы, шорты домашние и вот водолазочка одна. Так что даже место осталось. Очень хорошо. От чего я избавляюсь? Избавляюсь от этих вещей. Я, наверное, думаю их выставить на Авито.
Не буду я выставлять по одной вещице. Мне кажется, это вообще дохлый номер. Это будет долго, бесконечно, вечно. Попробую распределить по категориям и прямо по пакетам. Если нет, то просто их отдам. Мне не жалко, как бы, но попробую сначала выставить на Авито. Потом вот эта стопка, она увезу я на дачу, такие домашние уже вещи. Вот эта футболка, она практически новая, я ее вообще не носила. Она для кормления замочками. Либо ее просто так отдать, не знаю, что с ней делать. Продать, мне кажется, вообще смысла нету. Это будет вечно висеть она в объявлениях. Я это пока отложила на дачу. И вот эти, это просто шорты. Они почему-то одна нога узкая, а одна нормальная. Либо выбросить, или, ну, вот эти, я думаю, просто отдать кому-нибудь. И здесь две пары джинс. Одни джинсы у меня уже просто черные, классические, узкие, ну, скини. Я уже взамен себе купила новые. Просто так лежать. Выкинуть тоже на помойку мне жалко. Думаю, если кому надо, там есть у нас фонд, куда можно отвезти. Если надо, то надо возьмут. Если нет, то пусть выбрасывают. А одни джинсы для беременных. Тоже их хранить смысла нету. Я уже и так их относила две беременности, поэтому от этих я вещей избавляюсь. В принципе, на выброс вещей нет, не оказалось. Вот, потому что какие-то на дачу, какие-то вот попробую на Авито. Если нет, то они уйдут в эту стопку, чтобы их просто отдать. А есть у меня еще такая сумочка нашла, я ее уже давно не ношу. Я сейчас выставила такую, за такую небольшую сумму на Авито. Посмотрим. Получится продать? Нет, вообще вещи я как бы сильно никогда не продавала. Вот начала буквально недавно делать, потому что, ну, не знаю, надо, не надо. Вот за небольшую сумму выставили, лишь бы забрали. Так-то она вроде бы в хорошем состоянии, но я ее уже не ношу. Здесь вот такой карман, и там внутри кармашки есть, и здесь есть кармашек на замочке. 11 марта сегодня. Смотрите, какая погода. Снег, как будто заново зима приходит, да? Тетя, кто там? Зима, снег. Все идет, идет. Так, у нас уже новый день. Я вообще сейчас собираюсь с Дашей. Сходим на почту, надо будет отправить посылку Авито. В общем, да, вот сейчас собираемся. На самом деле вообще сил нет. Я не знаю, где берут люди силы. Я с утра уже убралась, все. Вот сейчас будем собираться. Хочу сходить с ней до сна, чтобы, ну, потом прийти. Мы как раз немножко погуляем, чтобы потом она покушала, пообедала и легла спать. Вот. И поэтому хочу все дела сделать с утра. Сил вообще нет, я не знаю, как вы берете вообще силы, расскажите, поделитесь своим опытом, потому что я не знаю, возможно, что у нас хочется, чтобы прям наступила прям весна-весна, а у нас опять минусовая температура, погода, то есть холодно, прям зима. Может, из-за этого хочется выходить почаще на улицу. Вот, ты что там делаешь? Будем собираться. Поэтому так. Даже думаю, во время сна немножко что ли тоже подремать. Может, это не досып у меня до сих пор идет. Но сегодня Даша, кстати, поспала лучше, чем вчера, я рассказывала. А она просыпалась один раз в 5 утра. Я подошла, ну, ее просто погладила, и все, она уснула. И раз на кормление. Я боялась, что сегодня ночка будет вообще ужасная, потому что вчера у нее пошли сопли, прям текли, и я думаю, за соплей она будет, ну, спать плохо. Но нет, к удивлению, не знаю, что это такое вообще было, она спала нормально, только, ну, вот раз проснулась, ну, это не три раза, знаете, как бы, а всего лишь один раз, поэтому было сегодня уже получше. В общем, ладно, мы пошли, надо сходить, отправить, потому что, блин, вот этот чувак, который меня купил, я, ну, делаю продажу на Авито, да, он такой какой-то дотошный оказался, я уже думаю, как бы тебе, ну, чтобы тебе не отправлять. А я не могу послать, как бы, надо было послать его, да и все, а мне неудобно было. Причем эта посылка надо отправлять в другой город, а мне предлагали, чтобы прямо здесь в городе. А он вперед написал и сделал доставку, ну, то есть забронировал, да, то есть заплатил.
В общем, я вчера ему, давайте я не буду. Типа, я говорю, а ему нужна была упаковка. Типа, сделайте мне пупырку, потом еще коробку в коробку. Я говорю, у меня нет коробки, не знаю. Типа, буду прям так отправлять. Они такой, нет. А, сходите в Wildberries, сходите там куда-нибудь в магазин, возьмите эту коробку. Я такая, нет. Я говорю, у меня ребенок, мне неудобно. Он такой, ну, я говорю, может, вам не подумайте, может, не надо будет отправлять, чтобы потом вопросов не было. Он мне такой говорит, а давайте мне упакуйте просто в пакеты, там хотя бы в три пакета. Там, в общем, здесь большая коробка, но внутри содержимое, она небольшое. Там коробка еще упаковочная, ну, как бы стандартная, да, упаковка. Это наушники. Вот, в такую коробку я сейчас принесу отправлять ему. В общем, ладно, наболтала, мы пошли. Пошли одеваться. Пошли, пошли, пошли. Все, уже раскидала мне тут. Обычно качельки. Пошли им еще прогуляться. Да, на качели, естественно. Солнце глаза, да? Пойдем походим ножками. Давай. Даша. Все дома, сходили на почту, погуляли с Дашей, она уже спит, пообедали, и она спит. Что я хотела рассказать сейчас, как я сходила на почту. В общем, я могла так лохануться сейчас прям. В общем, я показывала, что я коробку собрала, это посылка на Авито. Там были наушники. Наушники, и они шли в своей оригинальной упаковке, в коробке. Я до этого, чтобы отправить, я проверила, вообще работают они или нет, потому что как-то неудобно будет человек, если получит, они не работают, потому что мы ими вообще не пользуемся, но они как новые. И вот я понимаю, что я дохожу до почты и думаю, у меня в голове такое срабатывает, а я вообще положила, нет, сами наушники в коробку. Я знаю, что вот эту коробку, которая оригинальная, я положила большую, чтобы отправить. И думаю в голове, а сложила я их вообще или нет. В общем, я иду на почту, захожу. Там народу много. Хорошо, что я не стала занимать очередь, более с Дашей, с ребенком, это вообще неудобно. Я просто подхожу к там к оператору, говорю, можно ножницы там чем-нибудь? Думаю, это проверить вообще, сложила или нет. И открываю, смотрю, я действительно ничего не положила. Просто инструкция и пустая коробка. Это был бы полностью провал, если бы человек получил посылку, а там ничего нет. Это просто такое кидалово было бы. Во-первых, человек очень дотошный был, я говорила, да, чтобы он там мне все писал, спрашивал, чтобы я хорошо упаковала, отправил. Я так поняла, он хочет их в подарок, что ли, сделать. И тут был бы такой, не знаю, неприятная ситуация была бы. Я вообще не знаю, как у меня вообще в голову пришло, чтобы перепроверить, потому что я все упаковала. Я еще саму вот эту коробку, которая с наушниками, в пленку обмотала, которую, ну, пленку. А потом эту сумку, коробку сверху еще скотчем. Пришлось это все открывать. Я не знаю вообще, к чем я думала, потому что я все бегом с утра, потому что я проверяла, потому что мне думаю, быстрее надо отправить, потому что сегодня последний день. И вот,
И мне пришлось бегом бежать обратно с Дашей. Я ее обратно домой затаскиваю, чтобы она не спрела, чтобы быстрее засунуть, обратно упаковать и обратно пойти на улицу, на почту. Ну, в принципе, с Дашей надо было погулять. Так что вот такая сегодня история. История была, не знаю, что у меня в голове. Ну, бывает, бывает, что такое. Сейчас, кстати, я говорила, что у нас минусовая температура, да, но... Может быть, уже все ближе к нулю. Не знаю, кстати, какая погода. Ну, обещали минус 4. Светит солнышко. Прям весеннее. Даже капает, капель идет с крыши. Чирикают птички. Прям реально, как бы. На улице гулять прям хорошо. Но много снега. Все, мы немножко погуляли с Дашей. Прям вот такая у нас была история сегодня. А, и что я хотела сказать. За последнее видео ко мне... пришли, ну, зрители, спасибо вам большое, что вы подписываетесь ко мне, я очень рада, да, ко мне поступили новые зрители, я вижу подписчики, и также хочу вас позвать, пригласить, также есть у меня телеграм-канал, ссылку я оставлю туда тоже, переходите, подписывайтесь, я вам буду там тоже очень рада, поэтому, да, спасибо вам, что вы подписываетесь, кто-то пишет комментарии, ставит лайки, я это все вижу. Ну, а я, наверное, буду заканчивать свое видео. Спасибо всем тем, кто досмотрел до конца. Буду заканчивать свое видео и потом, наверное, буду снимать новое. Увидимся с вами в новых видео. Всем до встречи, всем пока-пока!